Всем привет! Сегодня расскажу о ближайшем проекте с медитацией на 7 чакр. В эту субботу, 28 ноября, в 7:00 по Москве, проведу онлайн занятие с медитацией на 7 чакр под звуки тибетских чаш. Я уже и раньше проводил такие занятия, но вот сейчас решил восстановить. И для тех, кто никогда на них не был, несколько слов о том, как происходит медитация. Ну, перед медитацией мы вначале подышим немножко пранаяму, сделаем 30 сурья намаскар с мантрами, чтобы тело взбодрилось. Потом сядем, и у нас будет почти 50 минут на медитацию. Звуковые медитации имеют свою специфику. Какова она? В этой медитации не нужно напрягаться, не нужно сильно сосредотачиваться на том, чтобы как-то перестать думать и прочее. Основная задача — расслабиться и ощутить резонанс со звуками в месте нахождения чакр. Большинство, наверное, прекрасно знают, где они находятся. Тем не менее, несколько слов об этом скажу. Может быть, найдутся люди, которые захотят попробовать и не слышали об этом. Муладхара чакра, самая нижняя, находится в области простаты у мужчин, в матке у женщин. Сватхиштхана, вторая чакра, находится в районе крестца половых органов. Третья манипура находится в центре живота, в районе пупка. Четвертая анахата находится в сердце. Пятая вишудха в горле. Шестая аджна в межбровье. И седьмая сахасрара в районе макушки, чуть выше головы. Исходя из нахождения, примерного нахождения этих чакр, они могут чувствоваться немножко по-разному. Наша задача, сосредоточившись на звук, просто найти резонанс со звуком в месте нахождения чакр. Как только он ощутится, сознание автоматически останавливается. В этом суть этой медитации, и эта медитация относительно легкая, именно из-за этого. Потому что если вы ощущаете звуки, есть чувствительность определенная, то очень легко сидеть в медитацию. Тем не менее, если устаете, конечно, надо сидеть с прямой спиной, желательно в центре комнаты, лучше не прислоняться к стене, потому что звуки, вибрация звуков, она меняется от места нахождения. Лучше находиться в центре комнаты. Имеет смысл какой-то плед накинуть, чтобы не мерзнуть. Если мы чувствуем, что устаем, устают колени, просто выпрямляем ноги, снова потом согнули, предположим. Если чувствуем, что сидеть не можем, устала спина, ложимся. Прям не открывая глаз, ложимся, сосредотачиваясь на звуки, так же, как сосредотачивались. Полежали, потом снова можно сесть. Или даже остаться лежать. Лежа, конечно, похуже будет действие, потому что хорошо, когда мы сидим, и вибрации направлены на движение вверх. Но и лежа тоже будет определенный эффект. Вот такая практика. Кому интересно, приходите. Занятия бесплатные. Если вы захотите сделать донейшн, мне это будет радостно, потому что это ваша оценка моих усилий. Вот, все реквизиты будут указаны. Чтобы попасть на занятия, подписывайтесь на мой телеграм-канал. В этом телеграм-канале я в пятницу вечером выложу ссылку в зуме на занятия, и вы сможете подключиться. В 7:00 по утрам мы начнем. Если вы чуть опоздаете, тоже не страшно, потому что вначале мы подышим, поделаем сурья намаскар, вот, подключитесь там на 10 минут позже, не страшно. Особо я ничего рассказывать не буду, вот сейчас все рассказал, прям ровно в 7. Я подключусь где-то за пару минут до начала занятия, настроим звук, чтобы было понятно, что меня хорошо слышно. И, собственно, подключайтесь, потом после занятия можете рассказать о своих впечатлениях, написать мне. В ссылке на видео, в комментарии на видео, в описании этого видео я дам ссылку на телеграм-канал. Если интересно, подключайтесь, рад буду всех видеть. Ом намах шивая.